Президент Садыр Джапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде. Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Зампред Кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Етимов будут работать на месте. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Также достигнута договоренность об ускорении работы межправкомиссии двух стран по делимитации демаркации госграницы.